Все, Нюша так расстроилась, что никак не могла вспомнить, где и когда она могла потерять Тузю. Помоги ежику расставить по местам воспоминания Нюши, чтобы понять, где искать пропажу. Сначала Нюша гуляла на лугу, затем побывала на пасеке, качалась на качелях, бегала за стрекозой, сидела на скамейке и, наконец, оказалась на полянке.